Всем привет, всем здрасте, вы на канале Hammer Hit, с вами Максим. Что ж, продолжаем The Evil Within. Так, остановился я в прошлый раз здесь. Мне на башню. На башню нужно срочно залезть. Так, надо уколоться. Ага, добавил себе немножко здоровья. Так, патронов у меня маловато, дробовика у меня нету, есть заморозка. Ага, так, все, проходим. Пока он там тормозит. Давай, чик-чик-чик-чик. Устал. Сейчас прилетит, мне, я чувствую. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ага. Сюда здесь прячемся. Так, здесь где-то дурачок с коктейлем Молотова в прошлый раз меня пытался ушатать. Так, вроде никого нету. А, не, вот он. Как тебе такое? Неожиданно, правда? Лупани-ка его топориком. Не. Говорю же, лупани его топориком. А-а-а. Вот так вот, да? Блин, 4 патрона, слышишь? Пошли скорей. А то сейчас прилетит нам опять. Так, все, вроде бы. О! О-о-о! Дядь, ты чё? А чё? Почему мимо него пролетают мои пульки? Кто знает? А? Че? А, я понял. Ладно, у меня для тебя есть подарок. Оп! Держи. Думал, я с тобой шуточки тут шучу, да? Ага, так, здесь постреляли, постреляли. Проходим, проходим. Оу! Ты что тут делаешь? Блять, я свалился. Ёшкин. Так, стоп, а я же здесь могу залезть, наверное. Подожди, куда ты лезешь, придурок? Да, я здесь могу залезть. Он бронированный. Да, он бронированный. У меня один патрон. И больше ничего. Заморозка! Смотри. Блин, да чё я падаю постоянно? Что ты, придурок, валишься? Ай. Так. Чё я... Так. О, топор есть, хорошо. Слушай, а куда нам дальше-то идти, а? А куда нам дальше? Нам сюда куда-то или что? Я не могу понять, куда нам дальше. Сюда, 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 сюда никак. Так, я потерялся, алло. А, черт, прилетело. Я, да, нормально все. Че у меня будет-то, господи? Подумаешь, мне в задницу воткнули вон этот штырь. Куда дальше? Так, у меня нету шприцов. Так, честно сказать, я сейчас не понял, куда дальше. Я заблудился. Не врубаюсь. Ничего не понимаю, мы оттуда пришли. Что за фигня? Сюда, что ли, надо спуститься? Зачем? Смотри, как я могу. Сейчас с этим мужчинкой обсудим. Оп! И не надо тратиться. А что здесь? Нажму кнопочку. Вернее, рычажок. Оп! И чё? Сейчас от... Божечки, я думал, уже у кого-то кто-то бензопилу запустил. Я думаю, ну все, блин, жопа. Так. Кто здесь? Здесь ничего. Бутылка мне не нужна.
Так, топорик здесь лежит. Я топорик возьму, пожалуй, мне пригодится. У меня максимум топориков уже, хорошо. Сейчас я к этому подкрадусь. Вот он стоит. Сейчас. Или я к нему не подкрадусь. Я к нему не подкрадусь, он возле этого стоит, возле бины. Заебись! А где мои руки и голова? Что за дела? Херня какая-то. Зачем я туда пошел налево? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сука, все равно попало. Да чтоб тебя. Нет, у меня ничего. Пошли. Можно туда не идти, получается. Эта штука из меня торчит. Эй, тут же шприц был раньше. Ё-моё. А я так не добегу такими темпами. Сейчас он отстреляется. Мне надо туда вниз спуститься, получается, просто и все. Пока спрячусь здесь. Так. Этот там внизу стоит. Я не очень орайт. Так себе, если честно. Херово мне, я себя чувствую. Блять, да задолбал, сука. Серьезно, я же перезарядился, блять. Дебил ты, ёб твою мать, а? Ну я же перезарядил дробовик. Вот здесь туповатая система перезарядки, вот прямо туповатая. Нажимаешь перезарядку, и если вдруг неожиданно ты нажал влево или вправо, он тут же перезарядку прекращает и начинает заниматься своими делами, дятел. Это очень херово придумано, прям очень, блядь, максимально херово. Пытаешься перезарядиться, а в итоге огребаешь. Так, ну они туповатые, они меня не видят, слава богу. Все, я ему, блядь, устрою. Опа! А ты думал, в сказку попал, да? А, это идет сюда, блин, какой-то хера. Чё ты сюда идешь, падла? Привет. Дай голову. Да, блядь, голову дай, сука, говорю. Блядь, да что это за херня? Какая-то жопа, я что-то не могу здесь пройти вообще. Блядь. А, в этот раз тут вообще пусто. Прекрасно. Для меня просто решили теперь... Ай, нужно уничтожить их всех, тогда мы сможем зайти внутрь. Ай, сейчас. Уничтожить их всех. Сейчас я вот этому гранату закину, блядь, дебил. Вот так. Не ходи туда, придурок, блядь. Джозеф, ты отморозок, вернись обратно. А, у меня есть болты, сейчас я ему, блядь. Вот он стоит. Сейчас, у меня есть обычные болты. Это ты? Это ты. Ирак, блядь. Подниматься будет? Да, подниматься будет. Ну, это плохо, конечно. Иди сюда. Тебя, по-моему, болты не берут, да, насколько я понял? На, блядь! Так, дальше ты сам с ним разбирайся. Я тут пока сейчас кнопочку нажму. О! Генератор заработал, хорошо.
Так, а вот здесь вот спички. А этот придурок живой, да? Прицелься, долбни. Успокоился он, нет? Да, вроде успокоился, хорошо. От греха подальше. А есть у меня? Ты, блядь. А, заебись. У меня опять, блядь, перезарядка долбаная. Да что ж за херня? Можно как-то автоперезарядку поставить? Это же нереально просто. Чушь какая-то. Разберешься ты с ним? Нет, у тебя топор в конце концов. Нахер. Гори, блядь. Так. Так, топорик. Топорик я возьму, пожалуй. Классно, я вернулся обратно. Сука. Вот такая ж херня. Так, шприцов у меня нет. Шприцов у меня нет. Супер, я пришел обратно. Отлично, блядь. Дичь какая-то. Так, я двери там открыл. Я понял, что надо, куда идти. Я же открыл там замки. Сейчас пойду туда схожу. Джозеф, придурок, иди сюда. Бесполезный ты кусок тела. Вот эти двери я открыл. Что? А, и? Ух, ё! Нихера себе, ребятки! Идите в жопу! Тебе под ноги? Опа. Нихера, жердяй. Ноль. Вот, хорошо. Голова закончилась. Да я ему топором сейчас лупану. Подожди, смотри. Ля-ля-ля-ля, как могу? Херово могу. О, хорош. Не такой уж ты и бесполезный, как оказалось, а? Так. И вы мне предлагаете что сделать? Вы мне предлагаете... О, шприц, наконец-то. Вы мне предлагаете вернуться еще разочек, запустить снова генератор и опять открыть эту дверь. Правильно? Я правильно понял, да, вас? Хорошо. Хорошо, не вопрос. Слава богу, здесь дверь открыта, теперь я могу просто сюда пройти и все. В генераторную комнату. Где этот Джозеф опять ходит? Господи, какой же он бестолковый, а? О, топор. Топор тоже хороший, правда, одноразовый. А? Генератор запустите. Кто-нибудь. А что за фигня? Он не запускается больше? То есть он один раз только запускается и все, да? Я правильно понял? Черт, тут херово. А что мы делать будем дальше? Ты там живой? Что с тобой? Я тебя подлечу немножко. Так, а что с дверью? Я не совсем понял. Что делать-то надо, алё? Дверь закрыта. Ну это пулеметчики эти там стоят. Ну так чё, я же туплю. Я правильно, всё. У меня же есть вот что. Ща всё будет. Блять, кто это сделал? Сука, какая это... Блядь, кто это сделал? Ты гнида, а? Ты погляди. Гандон, блядь. Отдыхай. Вот урод, а. Это мой шприц испортил. Ща. Открывайте ворота.
Минус один. А там же еще один есть. Сейчас. Так, секунду. Возьму винтарь. О. Так, это близко слишком. Опа! Хороший выстрел получился прямо на ходу. На лету, вернее, даже, я бы сказал. Где он? Он лежит. А здесь открываются эти штуки? Твою мать, ты кто? Джозеф! I need help! Ты это? Че ты тут с топором стоишь? Там к нам идут. Ты бы разобрался, че что? Есть гранаты у меня? Есть гранаты у меня. Одна. Джозеф! Ты почему жердяя не трогаешь? Блять. Давай, топор у тебя есть, давай. Сделай красиво, молодец. Давай жирного сожжем нахрен. Так, так, стой, я уже сам сейчас загорюсь опять. И вот, он мне что-то принес. Он мне шприц принес, отлично. Сейчас. Надо хп добавить себе, а то я вообще без хпшечки. О, черт, откуда ты взялся? Джозеф! Фас! Дебил, повернись, он к тебе идет. Господи, тупой какой. Ой, Джозеф! Сука тупая. Бесполезный ты кусок говна. Ты дурак или что? Совсем больной? Молодец, Джозеф. Умеешь, когда захочешь. Все, пошли дальше. Мы одного этого стрелка сняли, а там, походу, второй же еще есть сейчас. Надо со вторым что-то делать, да, получается? Нихера себе там толпа, блядь. А что они все сюда идут? Сейчас. Ребят, я здесь, все сюда. Кыс. У тебя полголовы нет, я не могу попасть, понимаешь? Какая хрень происходит. Блять, они здесь ходят, Джозеф! Не тупи! У меня патронов нет. Эх, ё, где мой топорик? Ну вот он, мой топорик. Ну и опять идут, да что же это такое? Джозеф! Ой, господи, Джозеф, блядь, ты дерьма кусок, ты, блядь, бесполезный. Они опять сюда идут. Чем бы мне их лупануть? У меня ничего нету. Джозеф. А, я могу поджечь, если что, если вдруг они сюда. А, ну этот дебил там ходит, пускай ходит. А что они лезут? Они как-то... Почему их так много? Джозеф, соберись. Так, сколько у меня патронов снайперки? Жердяя сниму, нет? Опа, снял жердяя. Жердяя улетел. Вот еще один жердяй. У жирных слишком много хп, и они очень опасные. И оп! Ушел гулять. Так. А я так понимаю, они будут теперь бесконечно лезть сюда, ясно. Я все понял. Мне надо что-то делать. Где мой топор? Идем. Здесь мина. Как-то ее бы... Как-то бы ее обезвредить как-нибудь бы, а? Джозеф, не хочешь обезвредить мину? Давай я попробую. Сука! Блять! Я? Я в порядке? Как тебе сказать? У меня все хорошо. Джозеф, сука, вернись! Смотри, Джозеф, как надо. Херак! И все. На, блядь! Хера я кулаками их просто! Шприц! О, это ты полезный, мол, мужчина. Смотри, как надо! Сука! Смотри, как надо! И полетел парень. Пошли, у меня... Что у меня есть? Так, о, топор я сейчас возьму. Сейчас я перезаряжу все, что есть, а больше у меня ничего нету.
Все, идем сюда. Я ранен, на помощь. Где ты? Во-во-во, этот открыл. А где ты? А, вижу. О, еще шприц. Иду я тебе помогать, иду, давай. Стой, придурок. Я ж тебе помогать пришел. Господи, тупой, как пробка. Да, я понял, они сейчас будут лезть, пока я не убью этого. Вон того. Вон того мужчину. Их еще два. Да, они так и будут идти. Джозеф, нам пизда. Скажу прямо, как есть. Ух, этого я не вижу, это плохо. Эх, и ты, блядь, откуда вылез, а? Ну, божечки, божечки, божечки. Ого, ого, их много. Джозеф, я один, их много. Все плохо. Ай, блядь. Так, этого нету. Есть, заморозка есть. Джозеф, разберись. Хорошо. Отлично, Джозеф, жжешь просто. Оп! А вот и пухляш вовремя подошел. Только он не загорелся почему-то. Джозеф, прошу вас, разберитесь. Джозеф, блядь, тупорылый, разберись, говорю. Извините, опять я ругаюсь почему-то на них. Так, еще один остался. Беру факел на всякий случай. Есть еще кто здесь? Соплей возьмем немного. Открывается она, нет? Должна открыться. А когда она открывается? С какого ракурса? Нет, отсюда я его не вижу. Вот отсюда где-то. Угу. Опа. Есть контакт. Вроде разобрались, слышь? Ты где? Бесполезный. Теперь путь к башне открыт. Заебись. Прекрасно. Тебя-то мне, блядь, и не хватало здесь, если честно. Да-да-да, тебя мне не хватало. Подожди. И убежать я от тебя не смогу, да? Ну да. Жопа мне, конечно. Угу, понял. Бесполезняк. А что с ним делать надо? Кто подскажет? Я не знаю, что с ним делать. У меня ничего нету, блядь. Что мне с ним сделать? Чем? Ой, я их промазал. Что с ним сделать надо? Он же меня убьет сейчас. Он меня убьет сейчас. Да-да-да. Он меня завалит. Он меня завалит. 100%. Ой-ой, ничего нету, блядь. Ай, Джозеф! Джозеф, блядь, I need help! Пиздец. Сказал отец, и дети ложки побросали. А я наверх не могу залезть, не могу. А-а-а, сука! Минус голова. Так. Это, конечно, интересно, но что мне с ним делать, я не совсем понимаю. Так. Ага. Ага. Ты пойдешь со мной? Я один не пойду. Где-то бы каких патронов насобирать. Я, честно сказать, я не знаю, что с ним делать. Это дурак этот с бензопилой, я же его ничем не убью. Получается.
Ну, меня закрывают вместе с ним, и все, как бы, на этом мои полномочия, все. Сейчас я буду пытаться его поджечь. Я так и знал, что ты сейчас придешь ко мне. Иди сюда. Я и сам загорелся, но уже хер с ним, как бы, как говорится, что уже тут. И, да, и все? Угу. И убежать мне от него и некуда. Охуенно просто. Иди в очко, что ты за мной бегаешь, придурок, блядь. Бум. Поджечь, 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 поджечь. Блядь. Нет, поджечь не удалось. Все. Патроны кончились, заебись. Да, блядь, я не могу выбрать почему-то. Снайперку возьму или что, я не знаю. Хорош. Да ёб твою мать, и здесь патроны кончились. Да как, что мне с ним делать теперь? Заебись. Ну и все. Я приплыл. А, во, еще патроны. Это типа босс, да? И типа я должен с ним что-то сделать. Типа что-то вот такого, да? А поджечь? Я победил, я молодец. Джозеф, ты мудак. Понял? Ты бесполезный мудак. Ты мне не помог вообще ничем. Я сам, все сам. Все своими силами, ну. Эх ты, Джозеф. Так, есть шприц? О, есть. Я лучше хпшки себе увеличу, а то я буду сейчас как этот. Так, а что-то потемнело как-то резко. Лифт стоит на... ты чё? Не лагать! Что-то залагало. Лифт стоит на верхнем этаже. Идем наверх. 4 патрона. Но есть 2 гарпуна, поэтому, в принципе... Должно хватить. Вот патрончики. А, нет, это спички. Что случилось тут? А, дверь случилась. Да, блядь, подожги ты его. Господи, тупое управление, конечно, здесь вообще. Ну, вот и все. Подожди, дверь есть. Я хочу в дверь сходить. Я не могу упустить такую возможность. О, я здесь, наверное, сохраниться смогу. У меня, кстати, есть соплей до хера, я могу уже что-нибудь сделать. Уже 8 месяцев, как мы с Майрой поженились, и теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Честное слово, мне страшно, я постоянно смотрю в лицо опасности на работе, но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любимому к любому другому чему-то. Почему-то колесо мыши листать вниз не работает, сука. Непонятно почему. Ну и хер бы с ним, там понятно все это. Пойду сохранюсь и проапгрейджусь. Что-то сделаю, короче. Угу. Так, ключей же у меня нет, да? Ключей у меня 0, да? Угу, ясно. Шесть четыреста. Маловато, конечно. Маловато, надо было бы побольше. Так, здоровье. Максимальное время ускорения. Урон в рукопашной. Лечение шприцами. Плюс 6%. А, о, так это 9 косарей. Нихера себе.
Так, что у меня здесь? Множитель урона, скорострельность, емкость магазина, точность, критические попадания. Я даже не знаю, что улучшать, ё-моё. Время введения, блядь. А я могу, типа... Взрывчатая начинка может увеличивать урон, поражает врагов в радиусе 3 метров, но урон снижается с удалением от места взрыва. А, типа болты можно еще и улучшить, да? Здоровье, максимальное время ускорения, урон в рукопашной. 6000, охренеть. Рукопашку буду прокачивать. Буду их просто... Руками буду разрывать их просто. В клочья. Засранцев таких. Так. Здоров, ресепшн. Сохранились. Все, пойдем теперь туда. Обратно. Ну все, а я иду. Жозеф, я иду. Поехали. О, шприц. Тут... По углам надо иногда смотреть. Как думаешь, у Кидна все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Такое чувство, что с нами кто-то играет. Начинается. Держись, осталось немного. Соберись, тряпка. Ну, идем дальше. Смотрим, что здесь. А чё мы так медленно идем? Что, блядь, прогуливаемся или что? Что вы делаете? Вы чё, дурные? Нихера себе. Дебил. Я же говорю, дебил. Эти зомбаки, или как их, не знаю, они еще и ловушки умеют ставить. Они вообще молодцы. Все, Джозеф, жопонька тебе. Пойдешь на гильотину. Так, я знаю, что надо делать. Сейчас с пацанами будем решать вопрос. А, как же меня бесит это! Сука, почему ты не перезаряжаешь, когда надо, блядь? И не предупреждает ни о том, патронов нет. И чё дальше? Как прибраться к нему, к этому придурку, блядь? Джозеф! Давай! Делай красиво. Отлично, молодец. Ну и что ты, блядь? Не нужно было меня спасать? Чё? Господи, истеричка! Ты охренел. Кстати, очки даже не слетели, хотя ему втащил нормально. Джозеф, ты истеричка? О-о-о-о-о. Набежали уже. А тут дырка, вы тут не пройдете, вы тупые. Cover me. Let's go. Прикрой меня. Зачем мне его прикрывать?
А нет, они не тупые. Ух ты ж, блядь! Ух ты ж, падла. Так. Винторез поставим на троечку. А, нет, они глянь, что творят. Они, блядь, нашли дорогу. Ясно. Патронов, как обычно, хер да нихера. Ясно. Ты что, не будешь делать? Сука. Ну, пизда вам, блядь. Я сейчас в рукопашку буду. Ну, блядь. На, сука, давай. Я прикрываю. Ой, а что это со мной произошло? У меня что-то с ножками случилось. Прокачивайте навык перезарядки, чтобы ускорить ее. Ты тупица, блядь. Тут навык не перезарядки надо. Вернее, не ускорять нужно. А вообще, в принципе, чтобы он, дебил, научился перезаряжать. Прикрой. Чем, блядь, я тебя прикрывать буду? Вот объясни мне, блядь. Вот мне так нравится это. Прикрой меня. Не прикрой. У меня два патрона. Сука, живучий, блядь. Да ебись ты, срандель. Что ж ты живучий-то такой? Оп. И чё? Заебись. Да что за херня? Чё ты подвисаешь? Алло? Блядь, что произошло? Он подвис. Это плохо. Иди сюда. Идите сюда. Ты придурок. Блядь, он, сука, гранатами кидается. Падла такая. Поджигай. И они не горят. Да ебическая сила. Да? О, патроны. Так. Ребята. Вы это прекращайте. Вы меня избиваете, как... Я не знаю. Горит, прикрой меня. Прикрывать-то нечем особо. Давай, let's go. Подожди. Сейчас. Я... этому парню сейчас расскажу, что нельзя так делать вообще. Да, тебе, придурок ты, тупорылый, блядь. Так, гранаты есть? Гранат нет. Сука, еще один, что ли, блядь? Вы что, издеваетесь нахер? Блядь, да что происходит? Кто кидается, блядь? Я не вижу в упор никого. Кто кидает гранаты? Ах ты ж, сука, ты там стоишь. Иди в очко, иди в очко. Один патрон. О, хорошо, он своих выносит. Красава вообще. Удерживать. Да удерживать. Ясно. Не срабатывает все сразу. А где он, блядь? Где это падла? Вон он, вижу тебя. А погоди. А ты че, блядь, сюда пришел? Давай. Оп! Чтоб тебя там, блядь, накрыло, падла ты. Ой, патроны кончились опять. Он мне втащил. А я тебе втащу, понял. А, больно, больно, больно было. А, так, а этих нету больше. А, ничего нету. Все по нулям. Все по нулям, все по нулям, все по нулям. И здесь по нулям, все по нулям. Отвали. Мне нечем ему втащить, понимаешь? Прям вот нечем, от слова совсем. Нет, у меня граната, по-моему, есть одна сейчас. Сейчас, погоди. А, все, убегаем. Опять еле-еле я продержался. Да что ж такое? Я ранен, мне нужна помощь. То ты ранен, то ты в порядке. А он может меня также вылечить? Что, слабо? Нету ничего. Пошли, Джозеф, у меня по нулям всего. Идем на какое-то кладбище пришли. Не знаю, что мы тут будем делать сейчас.
Может, патронов дадите? О, для дробовичка. Ну, хоть для дробовичка, и то хорошо. А вот еще коробки сейчас. О, для снайперки патроны. Ну, снайперка это такое. Ой, подожди, ты куда? Ящик. Да, ё, ничего нету. Ну пошли, идем. Чего ты? Вот еще. Похоже, это какой-то рынок. Похоже, сейчас мы тут затаримся продуктами. Ни хера нету. Сейчас, подожди, у меня... Я... О, сундук. Блять, опять с миной. Что делать? Он же меня сейчас убьет. Да, он меня сейчас убьет. Так, а я болтов могу сделать. Требуются детали. Так, это обычный, этот не могу, этот не могу. Заморозку могу сделать. Ну, хотя бы. Хотя бы замораживающий. Там мина. Блять, на куски нахуй. Разорвало, блин. А что делать с такими сундуками? Как их открывать? Да, иди ты сюда, да, я тебя подлечу. Там в сундуке много чего вкусненького лежит. Я хочу его открыть. Как мне его открыть, если он меня взрывает? Это же не дело, но... Так, там больше ничего нету. Здесь, по-моему, что-то есть еще. А, шприц появился. О, еще шприц. Нихера, удачненько. Значит, я сейчас могу открыть сундук, даже получив урон. Хрен с ним, как говорится. Патроны. Нормально. 3 патрона для дробовичка. Так, еще патроны, хорошо. Так, тут ничего нету. Теперь делаем ход конем. Так. Максимальное здоровье делаем себе. Все, а теперь открываем сундук. Блять. Ебануло нормально. И тут у нас большая аптечка. Ну, в принципе. В принципе, пойдет. Ну, тут много, кстати, ящиков и сундуков всяких. Сейчас мы тут что-нибудь пособираем себе. Так. О, хорошо, патронов, блин. Патроны, патроны. Патроны мне нужны. Джозеф, ты бы, блядь, не ходил за мной. И не стоял, а ломал бы все. И мы бы сейчас нормально насобирали бы тут. Так. Так, обычный болт могу сделать. Замораживающий вот хочу сделать. Да. Замораживающий прикольный вообще. Еще патроны. Ой, слушай, сколько тут этих ящиков. Прямо мне хорошо прямо это подкинули. Рынок это всегда хорошо. Так, ой, еще. Так, больше ничего там. А, так, тут нету. Тут больше нету. Пойдем дальше. Так, здесь хорошо. Здесь хорошо. Я болтов могу наделать. Да, я же могу. Я замораживающий хочу. Вот. Замораживающие классные болты, мне нравятся. Чё здесь? Отец был человеком суровым, гордым и как я думал, умным. Но еще он был благочестивым, верующим. Что бы ни писали газеты, он был на стороне церкви, отмахивался от обвинений, словно она непогрешима. Она принимала всех, и жалких крыс, и суровых мужчин. Как-то тяжеловато стало. Им обе... Чё, алё? Но она не обещала им ничего, что я не мог бы отнять.
Я не успел прочитать. До конца не успел прочитать. Так. О. Максимум. Черт. Максимум, это плохо. О. Еще патроны. Ой, как хорошо. Слушай, пошло, а? Давай, Джозеф, идем. Так, и что, в итоге мы прошлись по кругу, да? Пойдем в этот дом как-то проберемся, что ли, я не знаю. А где вход, кстати, в него? Здесь нету. А где вход? Это дверь? Нет, это окно. А дверь где? А, еще ящики пропустил. Извините. О. 16 патронов для пистолета. Живем. А вот какая-то калитка. А. Бляха, что-то подлагивать стал. Ты что, блин? Одурел? Я вроде не должен. Мы просто, наверное, мимо должны пройти и все, да, получается. Ну, хрен с ним. Давай, открывай. Пошли дальше. Да заколебал ты, чехотошный. Крюш, где, когда? Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты, так не бывает. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Ну все, погнали. Да все, по-моему, ему капец. Is this what it was like, Seb? After the accident? Ну, пистолет к виску я не представлял. Нет, конечно, просто потихоньку лезу в бутылку. Не всем дано быть идеальными. Работе это не мешало. Но ты же читал рапорт ОВР. Знаешь, Себастьян, я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу. А почему тогда? Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Так он полудохлый, чё, он тебе ничем не поможет. Я рассчитываю на тебя. Напарник с него, честно сказать, слабоват. Он же такой уже, это, полудохленький. О! Шприц. Нашел, да, нашел. Возможно, тут сплошные какие-то символы, сектанты, что ли. Фрагмент, хорошо. Сейчас я тут дособираю немножечко спички. Вот, кстати, очень даже пригодятся. Все, ты готов? Пойдем дальше. Там сейчас ребята будут на нас нападать. Ой, а можно этот молоточек взять? По черепкам им настучать, этим кувалдой этой, блядь. О, я могу туда выйти, а зачем? Я только что недавно был, пошли, схожу. Но я немножечко зелени насобирал. Давай сходим, раз они хотят.
Ну давай, давай, просто проснись, не, не это. Что за звук? А это вентилятор, что ли, так крутится? Я не могу понять просто. Раз они предлагают мне сюда зайти, я, пожалуй, зайду. Я что-нибудь прокачаю себе какой-нибудь скилл. О! Количество болтов увеличу, если мне позволит. Где запас? Болты для агонии. О! Давай. 3 теперь могу носить. Маловато, кстати. Что-то как-то совсем маловато. Всего лишь 3 могу таскать. Но мне надо больше, чем мне 3-то. Давай сохранимся. Все, пойдем. Блин, 3 это вообще мало. Хотелось бы больше. Все, Себастьянчик, пошли. Нам пора. Надо отсюда Себаста срочно. Погоди, сейчас я залезу, попробую смотреться. Давай. Темнеть начинает, мне кажется. Ну ты, блядь, рукожоп. В данном случае ногожоп. Чё там? Там кто-то отстреливается, походу, да? О! Подруга наша! Кидман! Да. Она все пацана этого с собой тащит. Ружьишко. Возьми ружьишко, молодец. Снайперка тоже. Смотри, что я нашел. Вроде должно еще стрелять. У меня тоже такое есть. Иди вперед, а я тебя прикрою. Ох, знаю я твои... Знаю я твои прикрытия, слышь. Ты так... Что это было, блядь? Что ты сделал? Придурок, что ты сделал? А, это не ты. Это... А-а-а! Угу. Хорош! Молодец. Я тогда могу патроны не тратить, да? Ты мне поможешь, я так понял. Блять. А ты откуда он вышел? Ух, черт. Ух, черт. Ух, черт. Ребята, вы чего? Ребята, прекратите. Не надо. Стопе. У меня есть заморозка. У меня только... А, нет, это не заморозка. У меня это... Который фигачит зарядом. И чё толку? Говноболт. Бом. Готов. Так, ты их там перестрелял немножко? Молодец. Я могу двигаться дальше. Хорошо. Слушай, ну... Не такой ты бесполезный, как я думал. Положил их тут прям. Ну, какой снайпер. Хорош. А ты хорош. Че я по этому болоту еле-еле передвигаюсь? Давай быстрее. И ничего. Ух, черт. Страшно. Иди на тропинку, которая ведет к церкви. Да, хорошо. Кто рычит? Но кто-то рычит. Так. Ребята. Поджечь вас нельзя, да? Чего? Бля, они сейчас все как встанут. А, нет, тут один. Что ты делаешь? Ты что творишь? Дядь! Дядь, не надо! Дядь, не надо! Дайте, дайте... А, я не могу выйти отсюда. Пиздец, сказал отец, и дети ложки побросали. Чувак, делай красиво, пожалуйста. Не, он неповоротливый. Да, он неповоротливый, это хорошо. Перезаряжай. Finish him off.
Фу-у-у-у. Дай. А почему он встал? А, вот, все, он теперь прилег. Давай-ка тебе сожгу нахрен. Чтоб тебе... Блять! Что это? Где я? Нихера себе, еще один вылез. Чувак, help! Чувак, help! Помоги мне, блядь, ты что? Он меня убьет сейчас. Мне бежать негде. Негде, блядь, некуда. Отдышался ты, блядь, инвалид, сука. Себастон! Ой, я не, это он, я вернее Себастон, а он этот. Как тебя зовут-то? Джозеф! Джозеф, I need help! Тихо. О, по херу мне вообще теперь твои удары. Пошел ты в жопу, блядь. Ногами своими машешь. Где-то патроны были, по-моему. Нет? Разве нет? Были ж патроны, алё. У меня один патрон, и мне пипец. У меня есть патроны для пистолетика. Воу, воу, воу! О, хорош! Тащил мне. Отлично. Теперь я сваливаю. Так. Как тебя там? Джозеф! Джозеф! I need help! Черт. Джозеф! Сука, Джозеф. Джозеф, ты сука. Джозеф, блядь. Меня убивают. Блядь, иди нахуй. Ах ты, что ж ты делаешь, падла. Ох. Чпоньк, гори. Дэд-энд, охеренно, тупик. Встретимся у коней. Отлично. О, зато они мне нормально зелени это дали. Встретимся у коней. Сейчас встретимся. Ой, максимум, ничего себе. Да. Но я держался молодцом. Я прямо отбился. Привет, помощник хренов. Чё? Записка с кладбища. Уолт. Я пошел вызволять Донну. Я знаю, как попасть в волчье логово, так что я ее там не брошу. За мной не ходи. Позаботься о семье, я приведу Донну. Дэниел, красавчик. В этом доме что-то было написано про коней. Сейчас посмотрю в блокноте. Бля, опять под землю. Не хочу. О! Опять. Опять меня зачем-то сюда закинуло. Ну ладно. Раз вы настаиваете. Я пойду прокачаюсь. С этих двух уродцев я 7000 соплишек этих взял. А, ну они, видимо, мне предлагают сохраниться перед следующим походом, так скажем. Ну, давай. Так, а что же я хочу себе улучшить? Запас, запас, запас. У меня 7000. 7600, если быть точным. 18. Урон в рукопашной стоит 18 косарей. Зато увеличение на 60%. Это неплохо. Так, максимальное время разгона плюс 2 секунды. Может, оружие что-нибудь улучшить? Я не знаю. Урон с пистолета. Урон с дробовика. 3500. Урон с дробаша. Давай, наверное, да. Увеличу я урон с дробовика себе. Скорострельность. Так, время перезарядки. Скорострельность пистолета.
Да, давай, потому что я им часто пользуюсь. Давай еще. Так, время перезарядки тоже давай. Потому что все-таки пистолет это мой такое основное орудие. Оружие я им постоянно пользуюсь практически. Поэтому, в принципе, нормально. Так, давай сохранимся. Сохранились. Так, все, сохранился. Все, ребят, на сегодня заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Обязательно напишите комментарий, понравилось вам или нет. Все, всем всего наилучшего. Здоровья вам и вашим близким. Все, всем пока.